Всем привет! Дошла очередь и до этой песенки. Наконец-то у меня время тут во время карантина появилось. Так вот, больше часа, да, больше часа ушло на разбор этой мелодии. Но, тем не менее, на ваш суд, смотрите, раз просили, значит, она востребована. Ни раз заявка на нее была. Давайте рассмотрим этот вариант. Ну, различно можно играть. Главное вам сейчас оттолкнуться, зацепиться было, а там уже вы подкорректируете, ускорите маленько, там растянете где-то промежутки между строками, там, да, между припевом и самим куплетом. Нотки-то и все, остановимся. Забойная мелодия. Попросили меня, видать, с ребятни, с молодежи, потому что песня такая своеобразная. В моем репертуаре ее точно не будет. Я уж так взял разобрать, чтобы для тренировки пальцев до мозгов, чтобы маленько пошевелить. Горят аж ладошки. Минут 20 я погонял, она уже это. У меня сейчас это. Аж кровь бурлит в жилах от такой темпа, от такой песни, от таких слов, как бы. Но еще раз говорю, это не мой репертуар, но успехов в разборе вам, может быть, действительно пригодится кому-то, воспользуйтесь.